Внимание полицейских привлекли детские крики из окна соседнего дома, расположенного на улице Победы. Оглянувшись на звук, они увидели пламя. Не раздумывая, правоохранители бросились на помощь. И мы бегом туда подбежали, окно было открыто, была москитная сетка, ее вытащили быстренько, там ничего видно не было, видно, что дети. Там крики, ну, плачет девочка маленькая. Евгений туда перелез, мне детей подал, они босиком, времени не было. Искать их вещи, там задымленность была. Передали их в соседскую квартиру в окно. Ну, где-то, наверное, с минуту я как пока сориентировался, где, и уже начали по очереди, я начал через окно их подавать. После того, как дети были спасены, полицейские вызвали пожарных. Огонь был потушен, прибывшие медики установили, что дети не пострадали. Выяснилось, что 8-летний мальчик поджег бумагу, от которой загорелись вещи. Его 5-летняя сестра поставила к окну табурет, забралась на него, чтобы выбраться, но ее смутила москитная сетка. Дети решили, что она помешает им вылезти наружу, и в панике спрятались в глубине квартиры, где их и отыскали полицейские. Огромное, просто я не знаю, какое... Даже нет слов. Очень-очень большое спасибо за то, что мои самые любимые, самые красивые дети остались живы. Руководство Главного управления МВД России по Самарской области приняло решение поощрить сотрудников полиции за проявленные самоотверженность и профессионализм. Виктория Шарая, «События».